Грузовики стартовали в прологе ралли «Шелковый путь» в Казани. Песчаная трасса вдоль Казанки между Татнефть-ареной и Чашей стала первым спортивным испытанием для гонщиков. Синхронистки Российской Федерации стали первыми в группе в предварительном раунде первенства мира в Казани. Победительницы набрали 90,667 балла, опередив соперниц из Китая и Японии. Проекты молодых ученых КФУ в рамках САЕ «Учитель 21 века» удостоилась грантов всероссийского уровня. На берегу озера Запольской Владимирской области будет проходить основная научная жизнь представителей российской науки. Ученые назвали одной из главных угроз для человечества. Международная группа исследователей из Университета штата Вашингтон и Колледжа Лондона установили, что вирусный гепатит стал одной из основных причин инвалидности и смертности во всем мире. Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. На Казани-арене создадут гостиницу для домашних животных. Коммерческий департамент стадиона «Казань-арена» предлагает стать инвестором гостиницы для домашних животных на территории стадиона. Футболисты сборной Португалии стали чемпионами Евро-2016. Единственный гол в матче на 109-й дополнительной минуте забил португальский нападающий Антонио Эдер. Казанский федеральный университет готовится к 29-й международной олимпиаде по информатике IUI-2016. Олимпиада пройдет в студенческом кампусе КФУ, деревню Универсиады с 12 по 19 августа 2016 года. В КФУ открылся собственный центр тестирования для мигрантов. Специалисты вуза будут принимать у иностранцев экзамены по русскому языку, истории и законодательству Российской Федерации, необходимые для разрешения на работу.